Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца».
Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».» Что происходит, как передать, что слышу я, что станет в будущем со мною, смятенье в сердце у меня. Посетил меня ночью ангел, он говорил со мной во сне. Посетил меня ночью ангел, и это не приснилось мне. И он сказал: «Мария избрана, чтоб Сына Божьего светил Марию ангел, о благодати возвестит. Ты сына наречешь Иисусом, он будет царствовать вовек, в нем от грехов и заблуждений найдет спасение человек. Посетил меня ночью ангел, и я не знаю, что сказать. Он тот, кого мы долго ждали, я должен эту весть принять. Посетил меня ночью ангел, он говорил со мной во сне. Посетил меня ночью ангел, и это не приснилось мне. И он сказал: «Мария избрана, чтоб Сына Божьего родить». Посетил Марию ангел, о благодати возвестит, о благодати возвестит, о благодати возвестит. Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. Все дни
вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, женою, обрученную ему, которая была беременна. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Oh.
И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа
и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорило: «Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре животных говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Thank you.
овец и в холода, и в зной. Родительская для пастуха забота, и непослушных приводить домой. А как Господь небесно назирает, решивши вдруг своим путем идти, заблудших терпеливо собирает и возвращает сбившихся с пути. Не буду нуждаться, Господь, пастырь мой, и к нуждам моим обращен его слух. Он водит меня в гавань тихой воды, и знаю я, верно не будет беды. Он водит меня в гавань тихой воды, и знаю я, верно не будет беды. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно
Явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! И на земле мир, и в человеках благоволение!» Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Древние мощи ушли, мудрецы спасли.
постав против промысла Бога, совершая греховный свой путь, сердце многие люди закрыли, не желая на правду взглянуть. А для тех, кто открыт всей душой, к свету путь нашел, доверяя пророчествам Бога, знали, что к нам Мессия пришел. Аллилуйя! Все славы Иисусу!
когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи спасение твое, которое уготовал ты пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Спасибо.